И да. Я сшибу всех на своем пути, кто мне будет мешаться. Мне никто не сможет, так сказать, так скажем, мешаться. Мне похуй. Я сверну и реки, и океаны, сомкну одной силой мысли. Сопротивление бесполезно. Абсолютно бесполезно. Так что, так скажем, расслабьтесь и получайте удовольствие от происходящего вокруг. Наслаждайтесь. Смотрите. Любуйтесь. Живите. Живите, главное, Господи. Подумали они вдвоем? Подумали? Ну что, пусть живут? А, пускай живут. Пускай. Интересно, что будет. Бытие же интереснее, чем небытие, правда? Так зачем же катиться в небытие? Скажите мне. На кой черт туда идти? Там вообще неинтересно. Недвижуха. А я люблю движуху. Добротную движуху. Поэтому я, так скажем, движуху вокруг себя умею обустраивать, умею строить, умею мутить. Так что движуха будет самая лучшая. Не сомневайтесь даже. Всем понравится. У меня вообще всем все нравится всегда. Равнодушных нету. Мы бьем на повал и в точку. Снайперов, знаете? Так вот. Только другие снайпера. Добротные. Добрые снайпера. И цель у них не убить, а создать, чтоб все цвело и пахло. Как говорится, как там, на Олимпе пили вино? Так это лучшее вино, которое когда-либо пробовала. Господи, ешьте, пейте, делайте, что хотите. Перестаньте слушать врачей. Они несут полный бред. Забудьте о всяких диетах, Господи. Вы знаете, что все болезни от ограничений. Перестаньте себя ограничивать. Зачем вы себя ограничиваете? Неужели так сложно это понять? Да, кошак? Вот кошаки знают все. Только им нужно помочь вспомнить. Да вы все знаете сами. Так думайте сами. И в жопу Декарта, или там кого, кто там сказал,
Я знаю, что я ничего не знаю. Пиздец, короче, полный. Все ты знаешь. Ты все знаешь. Ёптель-моптель. Быть ёптель или не быть? Вот в чем вопрос. Быть, конечно. Ох, философы, философы. Чё они думали? Над чем они там? Многие философы до сих пор спорят на тот или иной вопрос. Я уже знаю все ответы на ваши вопросы, которые идут, тянутся тысячелетиями и веками. Господи! Хуйнёй страдали одной? Может, хватит уже? А то терпение Всевышнего кончится, и разгневается он. И пульнет он супермолнию на землю, и настанет пиздец всему. Думаете, он будет всю жизнь терпеть? Нет, нет. Сейчас. У него тоже есть эмоции. Яркие и сильные эмоции. Это как, знаете, вот девушка вам улыбается, да? Она там радуется вам. Она вас заряжает энергией, да? Вы ловите эту энергию. Вы чувствуете ее. Это сильная энергия, когда это вам девушка там благодарна, еще там что-то. Когда она искренне вам благодарна. Так же и тут. Сила эмоций, так скажем. Сила мысли, сила эмоций. Да. Нет, это сила чувств. Да, точнее сказать, это сила чувств. Вы умеете любить? Я вас прошу. Почему-то все очень обратно любят. Хотят любви, но делают все, чтобы их не любили. Хотят есть, но делают все, чтобы не поесть. Хотят быть понятыми и надевают маски разные, чтобы их никто не понял. Нахуя? Начните уже правильно мыслить, ёб твою мать. Что первично, материя или мысль? Мысль первична, материя вторична. Чего непонятного? Правильная мысль здесь, идеальная фигура вот здесь. Все. Честно вам сказать, я ем все, что хочу. И всегда. Я всегда всю жизнь ела то, что я хотела. И не ограничивала себя. Я могла очень много есть. Мне пофиг. У меня фигура вот такая. И что? Врачи мне будут советовать, как и что мне есть? У меня здоровье охрененное. Правда, еще лицо нужно подправить, кожу лица. Ну, я работаю над этим.